Немецкая овчарка – универсальная порода собак, которая является одной из самых популярных и узнаваемых на планете. Это и полицейский, и нянька, и компаньон, и верный защитник. В целом в мире существует три общих линии немецких овчарок – немецкие выставочные, европейские рабочие и американские выставочные линии. В пределах категории европейских рабочих линий есть несколько подвидов. Западные рабочие линии, чешские, голландские, бельгийские линии и восточно-германские – ГДР-линии. Райнер – яркий, стопроцентный представитель именно линии ГДР по отцу и матери. Очень крепкий, мощный, с прочной спиной и красивой породной головой. Окрас пса – занарно-серый, так называемый соболиный. По характеру добытчик, с устойчивой психикой. В возрасте 3 лет Райнер знает более 70 команд. Он очень предан до последней капли крови. Он очень агрессивный, жестокий по отношению к другим, кроме меня, естественно. Ну, хороший пес он. Основная функция этих собак – это охрана. Охрана жилища, объектов, использование в служебных целях. Опять же, тоже преследование, там, поиск по следу, задержание. Виталий, хозяин Райнера, в кинологии уже более 20 лет, убежден. Храбрость, твердость, интеллект, желание работать, сила нервной системы и характера – это качество восточно-германской линии немецкой овчарки. С точки зрения характера, собаки этой линии обладают ярко выраженными инстинктами, высокой энергией, а также тверды в обучении и обращении. Они имеют огромный темперамент к работе и желание работать со своим владельцем. И некоторые могут быть довольно требовательными в потребностях в физических упражнениях и умственной стимуляции. ГДРовцы действительно счастливы, если у них есть работа. У собак сильная нервная система, они не будут отступать от проблемы. Овчарки показывают уверенность и храбрость в каждой ситуации. Когда сталкиваются с угрозой, будут противостоять, а не пытаться избежать ее. Собак с сильной нервной системой нелегко испугать. Немецкие овчарки линии ГДР склонны с большим подозрением относиться к незнакомым людям. Можно даже сказать, что они агрессивны. Также собаки достаточно медленно созревают. Скажем так, обывателю заиметь собаку ГДРовского плана, по крайней мере, будет просто некомфортно с ним или опасно. Это собака с повышенной агрессией. Они выводились для охраны военных объектов, поиска по следу и задержания нарушителей в ГДР. Эти собаки отличаются от обычных немецких овчарок более агрессивным, злобным, уверенным характером. Удлиненные, закругленные, более укрупненные зубы, чем у другой немецкой овчарки. Видите, клыки какие? Более костистые. Костяк, лапы более костистые. Более крупная голова. Сами более сбитые. Скажем так, более мощного плана эти собаки. Поскольку рабочие качества и с точки зрения характера, и с точки зрения практического экстерьера остались главной целью заводчиков рабочих линий всех типов, собаки этих линий успешно используются во всем мире как служебные. Они менее подвергались влиянию выставочных тенденций в экстерьере, являются более современным типом немецкой овчарки прошлого. Существует много инстинктов – пищевой, охотничий, защитный, социальный, инстинкт добычи и другие. У служебной собаки должен быть сильный инстинкт добычи, поскольку этот инстинкт – один из основных инструментов, использующихся для всех аспектов обучения, начиная от следовой работы до работы по защите, послушанию. Инстинкты дают собаке причину работать и любовь к ней, таким образом предоставляя тренеру легкую, врожденную систему, которой можно мотивировать, вознаграждать и корректировать собаку. Немцы ГДР имеют сильный инстинкт добычи, поэтому воспитывать и дрессировать такую собаку – большое удовольствие. Виталий, профессиональный инструктор-кинолог, дал некоторые рекомендации о воспитании, дрессировке и содержании собаки. Чем больше собака будет гулять, тем это будет лучше для нее, для ее физического состояния, выносливости, крепости. Дрессировка собаки начинается фактически с двух, любой, я считаю, фактически с 2 месяцев после того, как он появился у вас дома. А более уже конкретно это после прививок, когда его можно выводить, социализировать в обществе, гулять. И вот там с 3 месяцев и фактически до года в этот промежуток времени в собаку влаживается основная база ее знаний на всю жизнь. Вот чему вы научите ее в этот период времени, то она и будет знать. Хотя можно и после года там чему-то научить собаку и многим разным другим командам. Но основная, я так считаю,
во всяком случае с ним было, это до года. Дрессировка бесконтактная, бесконфликтная, там, через апорт, в принципе, через поощрение кормом. Ну, я считаю, что вот эти две, вот, пищевая и там, в процессе игры, в этом он дрессируется. Он неприхотливый в содержании абсолютно. Он как может содержаться в доме, так и в вольере на улице. Физически он крепкий. В кормлении он, в принципе, неприхотлив. Он ест все. Основная его, конечно, составляющая рациона – это мясо, естественно, и каши. Ну, конечно, там витамины, добавки, все это само собой. Немецкие овчарки ГДР-линии, как правило, имеют хорошее здоровье. Тазобедренной дисплазии практически нет. Здоровье – это огромный приоритет для заводчиков рабочих линий, потому что это необходимо для выполнения их основных функций. Ведь немецкая овчарка была изначально выведена как служебная собака широкого спектра применения. Немецкие овчарки пасли и защищали домашний скот, охраняли семью и собственность. Использовались в органах правопорядка и армии. Независимо от того, насколько превосходна собака в характере, если она больна, она бесполезна как служебная собака. Сейчас овчарки восточно-германской линии – идеальный выбор для полицейской и поисково-спасательной работы, личной защиты, служб безопасности, охраны, обнаружения наркотических препаратов и взрывчатых веществ, спортивных состязаний и не только. По мнению Виталия, немецкие овчарки линии ГДР – самые лучшие собаки в служебном собаководстве, которыми однозначно стоит заниматься, поддерживать в той кондиции, которая есть.